на канале, с вами Алла, и я вот делаю очередное предкрисмасовское видео, постараюсь пораньше его выставить, в новом своем наряде. Я только что купила леггинсы очень толстенькие, такие тепленькие, я очень хотела, и купила вот такой свитерочек. Значит, визуально, как будто бы это свитерок поверх кофточки. Вот, давайте я вам покажусь, я решила так вот сейчас одеться, вам показаться. Ну, я почему сейчас начинаю опять видео в новых вещах? Потому что, как обычно, это мое любимое место, как показы моего собственного гардероба. Я сегодня была в Маршале, не планировала абсолютно, зашла только за шапкой, хотела купить шапку. Нашла шапку себе с балубончиком такой, потому что я потеряла самую классную шапку, которая у меня была вообще в моей жизни. Если честно, шапки я вообще не носила. Сейчас я страдаю от того, что у меня очень замерзает голова, потому что в свое время я голову не берегла. И поэтому сейчас что приходится? Держать голову в тепле. Как мама говорила, голова и ноги должны быть теплее. Я ни голову, ни ноги не держала. Сейчас ноги замерзают, голова замерзает. Результаты получили в 50 лет. Значит так, что мы сейчас делаем? Я еще ничего не раскладывала. Только то, что сейчас на мне, вот этот свитерочек и лосинки. Ну и сапожки у меня эти были. Не нашла я себе сапожки более-менее нормальные, как бы на каблучке. Ничего не покупала, эти сойдут, я никуда так особо не выхожу сейчас. Так, ну что, я вам в каком-то виде обещала показать, какие я ботиночки купила. Michael Kors заказывала за 199 долларов или 190 долларов. Я их купила на 60 долларов дешевле. Они были 270 или 260. Я сейчас вам их покажу, потому что я обещала их вам показать. И, естественно, надо будет одеть. Так что я сейчас сниму эти. И на себе покажу Michael Kors ботиночки. Очень теплые. Внутри все теплое. Я их уже ношу где-то пару недель. Я абсолютно не жалею. Советую вам, кто увидит эти ботиночки, можете заказывать, они очень классные. Так, ну что, я переодеваюсь, показываю вам ботинки, потом я вам показываю, что я сегодня купила, и, естественно, буду одевать это все на себя, и мы будем лицезреть мои вещи на мне. Поехали! Вот эти ботиночки. Очень-очень теплые. Вот мех. Внутри везде мех. Везде мех. Везде. Подошва вообще прелесть. Вот они сзади. Давайте посмотрим, как они смотрятся со стороны. Вот. Одела я другой свитерок. Я еще такой свитерок купила. Тоже, видите, белый манжет такой выступает. Ну и здесь немножечко такой комбинированный свитерочек. Тоже под джинсы можно. И я вот под эти же леггинсы, которые вам показывала буквально недавно, в начале видео. Так что можно под эти ботиночки тоже, не только под высокий каблук. Вот мой новый наряд. Сейчас, девочки, я скажу цены, потому что вспомнила, что я вам не говорю цены. Леггинсы я оставила, чтобы уже не переодеваться. Конечно, я под леггинсы не буду одевать этот короткий свитерок, а обязательно он будет у меня под джинсики. Или просто под черные обтягивающие такие стрейчевые брючки. Вот такой взяла свитерок. Здесь он идет укороченный. Интересный, воланом. Рукав длинный, мне нравится. Конечно, оно будет обязательно подходить, если вниз не будет пышным. Потому что мне достаточно и так пышные бедра. Я сейчас вам скажу. Те два полувера, которые я купила, их цена 20 долларов. Одного и второго. Этот свитерок 16 долларов. Он такой мягенький, тепленький, хорошенький. Вот следующий. Смотрите только наверх, потому что я сегодня покупала себе только верх. Вот такой миленький, грязно-розового цвета. Красивенький свитерочек. Абсолютно ничего лишнего. Простенький. И качество очень хорошее. 25 долларов. Он, это все со скидками, я вам говорю. И красиво вот так оформлен рукав. Люблю очень высокий манжет. Я купила вот такую елочку. Я не покупала елку, как у нас зеленую. Вот я купила такую елочку, чтобы, вот, потому что мы дома не будем, и поэтому так.
деток у жени. Вот такой я свитерок купила, я его, честно говоря, не мерила. Все остальное я мерила, то, что я вам сейчас показывала в примерочной. Этот я не померила, что-то он где-то у меня потерялся. Брать я его не буду. Он на меня, во-первых, ну, как носить его можно, но он плотный, мне не нравится. Он практически одного стиля, как и те мои черные, то, что я вам показывала, как бы комбинированные с блузоном сделанные. И этот я брать не буду, потому что он мне сильно в грудях моих обтягивает. И шея вот эта я не очень люблю. Я... Хотя качество, чтобы вы только знали, это бесподобное качество. Бесподобное. Мягенький, тепленький. И вы знаете, как офисный вариант, такая вот прямо сдержанная классика, вообще прелесть. Ну, не мое. Вы знаете, было бы красиво, если бы это было платье. Вот чтобы оно дальше было, по колено. Это бы была прелесть. И горизонтально, чтобы была вот такая же полосочка, как на рукавах. И это было бы... Ну, вообще... у меня не обходится ни одна покупка без спортивной куртки на змейке. Ни одна. Я вам сразу говорю, это моя слабость. Куртки со змеечкой. Я взяла такую велюровую. Я это люблю, и в школе я одеваю, я люблю, вот, когда весна у нас или осень, то есть у нас есть такая погода, чтобы можно было одевать такие курточки, и они мне очень удобно в машине. Вот я взяла на $13 со скидкой тот свитер $30, который я вам только что показывала. И это прямо прелесть. Велюровенькая, тоненькая такая. И мы очень часто бываем на выходных, выходим куда-то покушать, посидеть, кино. И так, чтобы снять куртку и быть в такой спортивной курточке. Я часто спортивные штаны одеваю. И джинсики. И вот под маечку. Или под топик. Я могу просто одеть на голое тело, только под топик одеть. Я же вам говорила вначале, что я на днях потеряла шапку. Очень теплую, хорошую, крупная, вязкая такая. Я люблю так вещи крупно связанные, шарфы, шапки. Нашла тоже крупную, но там еще было крупнее. И балубон такой был классный, пушистый, огромный. Вы знаете, у меня все на нее обращали внимание. У Леши вот точно такая же подкладка в куртке. Я вам говорю, это такая прелесть. Это как термоткань такая. Это то, что мне надо, особенно после хат-йоги. Сейчас я вам одену. Люблю вот так вот я ходить. Ну, спортивный стиль вообще. Стала постарела и стала любить вот такой спортивный стиль. Все, снимаем, потому что я вам сейчас хочу показать платье. Давайте до платья я сейчас вам покажу. Я еще купила шапку только в прошлом году, Calvin Klein. И вот с такими перчаточками, которые без пальчиков. Я не знаю, как муфточка называется, как она называется, даже понятия не имею. Сейчас я одену и вам покажу. Значит, вот шапочка, она не вязаная. Как будто бы норка натуральная. Вот. И вот такие классненькие маленькие перчаточки. Я могу их одевать, когда я еду в машине, потому что когда утром едешь, садишься в машину, пока она не прогрелась, то ручки у меня мерзнут. Вот сейчас я вам покажу, как я... То есть я могу палец просовывать куда захочу. Вот, как угодно могу делать. Но чтобы водить машину, мне удобно вот так. Я одеваю курточку и отличненько. Вот такой наборчик $15. Вот точно такой же материал или это как бы такая искусственный мех такой на перчаточках и шапочка. Единственный минус этих шапочек, что когда их снимаешь, голова начинает немножко болеть и вся прическа идет куда? В никуда. Давайте, пока я еще платье не переодела, покажу вам сумочку кожаную я купила. Это действительно кожаная, со скидкой. Она была где-то там 100 с лишним. Тут скидка сумасшедшая была. Сейчас же Крисмас, не забывайте, $40. Она мне очень нравится. Ой, как кожа пахнет. Она мне очень понравилась. Вот она такая. Самое главное, что в нее помещается бутылка воды. В нее помещается кошелек, все самое необходимое, телефон, практически всегда в руках телефон. Вот. Я ее могу и под платье, и под брюки, и летом, осенью, зимой. Давайте еще раз поближе вам ее покажу. Я
я почему покупаю себе такие небольшие сумки, потому что частенько мы выходим, мне ничего особо брать не надо, кроме воды и в машину, естественно, да, пойти погулять по Манхэттену. Она очень такая. И сейчас вам покажу, тоже кожаный, за $20 я купила. Я очень давно искала. Сегодня я не планировала это все покупать. Я же пошла только за шапкой. Шапка, кстати, стоит $7. Хотела потратить $7 на шапку, но планировала до 20. А накупила на $330. Ну, как обычно, мы женщины. И я сейчас хочу вам показать, почему я выбрала этот кошелек. Кошелек-сумка. И я, ну, действительно очень искала долго. Такое. А я не помню, я вам говорила, кстати, елочка, которую я купила, она... Давайте 8 дальше. Почему я купила этот кошелек? Ну, люблю кожу, сразу говорю. И самое важное, особенно когда мы куда-то едем. Знаете, какие здесь расстояния? Вот мы как поехали в Нью-Йорк на автобусе, я вот видео вам делала, показывала, да? Сколько мы там были в этом Нью-Йорке? 6 часов. Понимаете? И мне частенько надо телефон ложить, и чтобы у меня было все в одном месте. Деньги, карточки, телефон, ну, денег у меня там особо нет никаких, кэша нет, но карточки и телефон, чтобы было в одном месте, вот это здесь. Сюда у меня помещается телефон, сюда у меня помещается все, что у меня находится в кошельке. Абсолютно все, даже можно... Чего-то даже больше. Посмотрите, что там в середине. Вот здесь в середине какая-то квадратная штука. Вы знаете, как у Леши один раз было? Сейчас я буду с вами разговаривать и открывать. Ему не отрезали, не сняли магнит. Знаете, такие магниты есть. А ему его не сняли. И мы потом мучились. Я вот смотрю, видите, какая-то здесь ерунда. Я не знаю, что тут такое. Сейчас будем смотреть вместе с вами. Что там? Боже мой! Вот почему здесь был вот этот кошелек, вот здесь вот этот замок, он был привязан. Смотрите, что здесь. Здесь есть зарядка для телефона, для айпада. Мини-зарядка. Бог ты мой! Вы представляете подарок, какой я себе еще сделала? И не только на iPad. Если есть у кого-то Android, то же самое. У меня у Лёши как раз таки Android. Вот, вместе с вами увидела. Сюрприз. Вот, пожалуйста. Видите, здесь написано, а я себе даже не туда. Какая прелесть. Какая прелесть. Я даже не видела. Ну все. А это здесь... я сейчас вам скажу. Значит, смотрите, здесь идет отверстие. То есть оно всегда здесь находится. А здесь я могу наверное, просовывать его. Или что? Да, вот это. Я здесь могу его просовывать. Если у меня телефон в той стороне, зарядка в этой. И вот сюда. Вот. Шнур. Ну вот, вместе с вами увидела. Ну что, теперь... я еще забыла. Я же кроссовки купила. Это у меня уже, я не знаю, какие были. 10-е. Но я не могла, это у меня слабость. Я купила Nike Air Max. Я люблю такие. И я не могла отказать их за $50. Вместо, сейчас вхожу вместо скольки, вместо, по-моему, там 90, я не знаю, почему они были, но я взяла за 50, чаще всего 50% скидка, я даже не думаю, что я их буду одевать вам, ну, кроссовки как кроссовки, вот. Я не выдержала, чтобы их не купить. Все, давайте я вам померяю платье. Не потому, что оно какое-то особое. Просто я его купила, так как я в платьях ничего не понимаю. Господи, как мне, как есть люди, не понимают ничего в галстуках. Я сейчас буду ставить на место, с вами разговаривать. Другие, это я тоже. Потом, есть, не понимают вообще ничего в стиле, да. Ну, нет вкуса у людей. И они в этом не виноваты. Я ничего не понимаю в платьях.
Мне с платьями вот все. Вот такие платья сложно. Я люблю. Я сейчас его одену, и вы посмотрите. Его одеваешь, оно длинное, спортивное, оно байковое такое, очень плотное. Я же говорю, пальто не надо одевать. Но оно очень стильно смотрится. Вот таких платьях я понимаю. А типа как вечернее такое, я ничего в них не понимаю. Давайте я вам это померю, раз я его достала. Я его в прошлом году купила за где-то $40, по-моему. Но стиляжное, вы что, манжет внизу такой. Ну, очень. Так, уже на голову, на мою прическу уже сильно не смотрите. Можете представить, что сейчас уже у меня на голове. Я снимаю, одеваю эти платья. Вот оно какое. Вот здесь идут... Вот видите, карман такой. Вот этот хомут, который так вот затягивается. Вот оно, длинный рукав. Я его, конечно, под каблук не одеваю, потому что оно спортивное. Я его одеваю как раз такие вот по такого типа, как Michael Kors. По спортивного типа ботинки. Потому что это не под обувь на каблуке. Это именно спортивное, классное платье такое. Не вечернее, но никакое. Это байка. Вот манжет. Вот это манжет. Все черное, тяжело вам видно, потому что все черное. Вот здесь вот манжет идет. Вот. Все, давайте все-таки я вам покажу в конце платья. Я уже делаю вам несколько видео со своими тряпками. Ну, это же неинтересно. Мы же женщины, правда? Правда. Я считаю, что это интересно. Я с удовольствием сегодня подняла себе настроение. У меня прямо потратила деньги, понимаете, подняла настроение. Давайте платье померю, посмотрю со стороны вместе с вами. Напишите, как там оно мне. Ну, я так думаю тоже, опять, знаете, с длинным рукавом взяла, потому что у меня ничего с длинным рукавом нет, я это не хочу одевать, оно как бы повседневное, теплое. Если идти в какой-то ресторанчик, то оно чересчур, ну, как в ресторан, не прямо вот такое, прямо, что нужно одеть коктейльное платье такое длинное или относительное по колено, нет, обычные такие посиделки, как бы надо что-то одеть, что не одеваешь каждый день. Вот я и купила это платье, при том, что я могу спокойно пойти в брюках сверху с ветерок, из тех, которых я вам показывала, то есть здесь все намного проще, без этих всяких, понимаете, выпендрежей. Я стараюсь точно так же к этому относиться. Одеваю, покупаю себе все для души и тела. Ну что, вот такое платье. Опять лосины не снимала. Я его не буду под черные колготы одевать ни в коем случае. Только под бежевые колготы, потому что ноги должны быть натурального цвета. Это я уже здесь поняла. Чуть-чуть внизу расклешенное. К низу. Оно немножко здесь очень тоненькое. И самое главное, что оно не обтягивает. Я люблю такое, чтобы оно, знаете, по телу ходило. И не обтягивало. Ну, вот такое. Ничего особого. Ну, платьечко себе, да и платьечко. На каждый день. Ну, в смысле, на любой случай так вот выйти, поужинать, что часто мы здесь делаем. Это бесподобно, чтобы не каждый день, чтобы не одевать там, знаете, как у меня. Только брюки. Ну, хоть что-то. Электризуется очень сильно. Видео заканчиваю на платьях. Первое видео с вещами заканчивала вам на зеленом платье. Сейчас заканчиваю на серо-черно-белом платье. Электризуется, конечно, но катастрофически. Ну и потому, что я постоянно сейчас одевала, снимала вещи. Сейчас зима, отопление. И, естественно, все электризуется. Ну что, мои дорогие, на этом я заканчиваю свое тряпочное видео. Всем всего хорошего, до следующих видео, до следующих тем. Пока-пока. Пока.